Всем привет, с вами Лего, и мы будем играть в Spintires в мультиплеер с Ластиком, а точнее здорово, с Лузером, чуваки. Точнее с Лузером 228822. Как получилось? Короче, нажимаем F1, да, и что у нас тут вообще по машинам-то есть? Ты пока, короче, свою тачку обгрижевай. Обгриживай. А все уже. Полетел. Подожди, а давай, знаешь, что сделаем? Мы поедем. Какими мы поедем? Ты просто взял без... Вообще ничего не взял? Да не, почему поставил всякую фигню? А почему мы не можем поставить? Надо бортовую платформу убрать. Может быть, гаражные части сразу возьмем? И ты, и я. То есть найдем где-нибудь следующий гараж и сразу, считай, закинем. Я поставлю гаражные части и тоже весь обделал. Обделанный свет, там все дела. И тогда я, наверное, буду ведущий, а ты, если что, сзади будешь меня толкать или наоборот. Только встать надо. Ты, главное, свою платформу не забудь убрать. И дифференциалы включить с полным приводком. Вот классно, все равно вот реально эти, да? Посетки. Так, нет, это ремонтные части. Нам нужны гаражные. Ремонтные это ремонтируют. Во. Свет там, колесо все подставило, чуть-чуть отремонтируется. Да. Ну все тогда. Ой. Дифференциал, ой. Да? Да. Куе просто нажми и... Не, это я знаю, полный привод, дифференциал, всякая шляпа. Да, все включил. Да. И если не знал, когда вот букву R нажимаешь, передача же там есть, у тебя передача смотрит самую правую, да, сторону, как бы. А сейчас она у меня посередине переключила. Ну вот посередине, допустим. Когда ты в самый верх, в самый правый, это у тебя типа вперед-назад можно ездить. Да, когда ты едешь на ней, повышенная. Да, это ты когда на скорости переключаешь, он вообще хорошо проезжает всю грязь, но урон сильный наносит, потому что он летит. Ну и все, а там задний, ну короче, это все в курсе, да? Ладно, я ставлю метку. Конечно. Примерно, куда будем ехать. А ты видишь метку, я поставил? Красная горит у тебя, нет? Нет, как у тебя. Ну ладно. Подожди, а у тебя что, шоссийные колеса? Может, поставил бы лучше это? Окей. Тракторюжные. И тут, потому что навряд ли асфальт будет. Тракторюшные. Во. Теперь погнали. Погнали. Наконец-то. Долгожданный Spintires. Так, тут что, через воду попробуем. А, теперь не страшно же. Теперь же, если что, можно вытащить. Я на повышенную пошел. А тут что-то. А что тут течение большое? Не знаю, что получится. Смотри, унесет он тебя. Ну я на повышенной. Ну так-то несет. Я заглох. Ты под. Давай, несусь. Тихо, сейчас застряла, походу. Тут задница, если честно. Ты вообще что-то прешь нормально. Так я серединную включил эту. Ага. Все, ладно, едем. Ты только меня не души. А то там справа уже обгоняет. Так, поедем правее. Главное не перевернуться еще, самое интересное. Это сейчас, самое главное. Сейчас давай тормознем здесь. Глянуть. Тормознул. Нормально. Короче, надо подумать, принять предложение лебедки. Давай, давай, попробуем. Давай. Я даже завести, считай, не могу. Давай, я сейчас колесами попробую крутануть. Ай-яй-яй-яй-яй, я такой вообще не очень. Не
заводит. Тебе как-то надо, я не знаю, как. Да-да-да, что-то надо сделать. Попробуй тащить меня назад хотя бы, может быть. Что, не идет, да, вообще? Не, вообще. Ну, сейчас развернусь вперед, попробую. Давай. Вот это я царь. Я пока карту посмотрю. Вот сюда надо было ехать. Только что заговорили про перевернуться. Как всегда. Ну, я понимаю, если бы один на УАЗике был бы, но... Ну, вот, да, что-то... Не, мне кажется, с той стороны надо тебе, надо толкать меня. Со спины. Такой проехал. Но-но. Без палева. У меня колесо крутится. Ты проехал, и колесо крутилось. Ой, или так, да-да-да-да, может так. Да сейчас попробуем всяк разу. Я уже готов принять, во. А ты за центр же не можешь, да, меня... О, во-во-во-во-во, да-да-да-да-да-да-да. Чё-то типа такого. Только дури, наверное, не хватит попробуем. У тебя. Давай-давай-давай, я даже колеса пырну. Всё, стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Красава вообще. Как бог. Вообще по-царски. Ладно, я дальше веду. Дальше. Вот зачем вдвоем нужно играть. Причем быстро, кстати. А сейчас бы ты пока поехал бы за техникой. Кари стартнулся потом бы еще. Ну. Так, оп-оп, поугарали еще и все. Да-да. Так, опять болотина. Тут и урон получаю, хотя не еду вообще не быстро. Да-да-да, тоже урон что-то получаю тут. Я, короче, попытаюсь нас вывести. Что-то какая-то жесткая карта на самом деле. Широкая река куда легче была. Так, я вот сейчас уже боюсь. Ты там как едешь? Едешь, да? Да, пока еду. О-о-о, тихо, я туда не поеду. Там что-то вообще глубоко оказывается. Я думал тихонечко сейчас. Сейчас, подожди. Ой, я тебя не задел там? Да не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поехали, поехали. Заглох. Ты вообще прешь? Да, вообще что-то. Нормально. Не ожидал сам. Ты что-то наяриваешь. У тебя ник специально такой. Сейчас бы перевернулся еще. Нормально несет. Стирать да. Грязь, да, ник? Сейчас подожди, вот здесь встанем. Так, вот куда мы пошли. Ладно, вот сюда поедем. Так, и как это сделать? Сейчас узнаем. Куда ведет? Сейчас все узнаем. А, ну тут нормально, сейчас нормально дорога выйдет. Кстати, я большим грузовиком, который здоровый, я не знаю, модели, которые еще здоровые же есть там, сколько у меня, 12 колес. Я им вообще до такой степени один раз раскатал колею, что я на УАЗике просто в колесо въезжал в эту колею и все. И на этом заканчивалось. В широкой реке уже под конец. Все, бывает. Когда уже практически до конца дошел, разъездил этот лесоповал. Там. Да, 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 да. Выезд как раз, да, из гаража. Да-да-да, выезд из гаража до такой степени раскатал, что там УАЗик просто уснул. Не вывозил. Ты как там, едешь? Конечно, лечу. А, на вижу. Крыльях ветра. Что-то я здесь это, проседаю. Что-то тоже подсел. Сейчас главное нам двоим не сесть. Направо, направо, да. Направо, направо. А, не-не-не-не, нормально. Подожди, а там не было дороги, что ли? Вот там вот, да-да-да, вот туда вот. А, ну у меня вроде на карте высвечивается, ну куда ты показал. Да, высвечивается? Вот нам правее сейчас да, как-то вроде. Надо. Да-да-да, я вижу линию. На черную эту такую показал, чтобы открыть карту. Они разведаны прям. Так, а как фары включить? О, ё-моё, нет, здесь мы не проедем. А с фарами хуже видно. Ну, тормози. Давай назад тогда. Чё за... Тогда вот сейчас... Куда ехали? Как ехали? Прямо? Да-да-да. Сейчас развернемся. Ой, я сел, кажись. Ну я пока еще нормально. Еду. Не, вот эти вот нормальные грузованы. Они еще как-то могут. А, не. Ты там едешь? Не, сел, все. Сел, да?
А, не-не-не, выезжают чуток. Давай, 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 давай. Если что, лебедку дам. Да-да-да-да-да. Ну смотри, я выезжаю, видишь? Еле-еле там. Я смотрел тебя. Давай. Че, все что ли? Да он что-то это. А нет, все, его пошел. Поехали. О, все. Нормально. Вроде идешь. Нормально так. Да, там прикольно было. Ну, если бы КамАЗ был, точно бы сел бы. Вот этот оранжевый, который. Да КамАЗ там вообще, он вообще забей, да. Вообще. Я что-то здесь это... Вообще ездить нельзя. Проседаю вообще вниз куда-то. Сейчас поход делаю на мост. На мост. На мост. Мосты — это моя слабость вообще. Сейчас... Всегда падаю на них. Я, по-моему, тебе прокопал, там еще хуже будет вроде. Вот здесь вообще прикольная карта. Широкая равнина вообще халява по сравнению с тем, где мы сейчас ездим. Ну да. Это как называется? Равнина же, да? Да, равнина. Вроде да, равнина. Да, да. Едешь там? Конечно. Ой, я вижу, вижу я там. Ты еще специально не по моей клее. Конечно, я же умный. Тихо, тихо, тихо. Я тут что-то... Надо назад сдать. Я не могу вперед ехать. Давай назад. Тебе прокопал там. Там что-то по воде не идет. Сейчас попробую. Все. Все, мы. Он прям на метку едем. Ну, ты видишь, да, теперь? Конечно. Но я только на карте ее вижу. А. Воу, понесло. Ничего себе, ничего себе. Да-да-да. Аж подлетел так. А я на повышенную включил, поэтому он что-то начал жестить. Опять жестишь там. А как-то нам налево же надо, вот сюда вот. Тихо, тихо, тихо. Ты там едешь? Или нет? Ну, пока да. Сейчас посмотрим. А, едешь, вижу. Вот здесь надо налево нам надо как-то. Давай лесом. Катнул дорогу. Так, это что, озеро? Вот здесь где-то метка будет. Как здесь, куда вообще? Еще левее, наверное. Да, еще чуть-чуть левее надо. Главное опять не упасть. Да, трос есть. Помощь вам. Так, вижу тебя. Ну, я тут... Тихо, 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 тихо. Надо чуть назад сдать. И вот сюда вот. Не знаю, короче. Это называется Сусанин. Что получается, Ксханус, кстати? Я выехал. А я все, доездился. Все, да? Да. И я еду в обратку. Блин, а я практически уже карту открыл. Тут аккуратно. Ты упал, да? Или нет? Не-не, просто не забираюсь. Тут раскопано. О, забрался, еле-еле. А потому что я тут уже поездил. Тихо-тихо, мне самому тут не упасть, главное. Чё, тебя забрать надо? Не-не, я выехал уже. Выехал? Да. А я уже готовился. Ну, поехали тогда. Тут Сусанин просто ездит за рулем. Жесткий. Ну. Невидимый пацан. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, подожди. Тихо-тихо-тихо. Не надо, ну, не надо шутить. Я все приехал. Опять? Все, да. Конец. А не. Сейчас все спробую. Только не говори, что ты тоже приехал. Да не, нормально все будет. Нормально, где все будет, сам там так же плавает. Сейчас выйдем. Ну, блин, мне... А я что-то, по-моему, не знаю, что сказать. Я приехал. А я на островок приехал, все. Вытаскивай меня. Блин, а нет, думал, жить уже здесь буду.
Пошла, что-то пошла вроде. Не знаю, сейчас нормально, нормально, нормально вроде. Давай подтяну на всякий случай. Давай. Готово. Так, о. Поехали. Смотри, главное, не перевернись только. Смотри-ка, что-то не вытаскивается. Вообще просел. Что-то не вытаскивается. Во-во-во-во, пошла, 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 пошла. Я, походу, дело на камень сел. Жестко причем. Все, выходит. Нам где-то здесь метку ведь еще надо найти. Да нигде что-то нету. Ну, собака, а. Крути колеса. Давай. У вас бензин просто отлетает. Офигеть. Все что ли или нет ли? Да, все. Тихо. Отсоединил. Так, где здесь метка? Ты же где-то здесь должно быть островок такой черный. НЛО. Ты видишь? Да-да-да. Видишь, да? Где? А, не, показалось что-то, нет. Блин, а. Ну, где-то прям здесь должно быть. Ладно, давай тут кругаля дадим. Посмотрим. А я все, встал. Все, приехал? Это, походу, дело какое-то жесткое болото. Здесь стоять вообще нельзя, по-моему. А, вот же, я вижу. Сейчас я тебя вытащу. Я у тебя откроется, если... Если это... Все, давай назад. Да не, вроде не откроется, если ты откроешь. Ты решил прям поехать? А то я бы тебя зацепил бы лебедкой. А. Принимай. Блин, просто я уже прямо поехал. Ну давай. А. Давай. Все, давай в обратку. Колеса в обратку крути. Угу. Воп. Воп. Сейчас попробую с разгона. Пол моста оторвет. Воп. Что-то толстая сильно. Во-во-во, выходит вроде. Тихо, я сам закапываюсь. Вот и вышел, да? Да, вроде. А я, походу, дело приехал. Там он, видишь, впереди этот. Куда, да, что да, нам вижу, надо? Вижу. Так, я, походу, дела застрял. Гоняем по болоту. Ты тоже застрял, да? Да не, я тут кружусь по району. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Районом кружишься. А. Ну и как? Мне даже дерево соседнее не помогает. Я вышел наконец-то. Сейчас я тебя вытащу. Туда поеду еще раз. На повышенный. Давай. Ага. Задом решил. Едет, смотри, у тебя едет. Вообще. Сейчас она меня еще захвати. А все, я разблокировал. А меня захвати. Я к тебе присоединился. Все тащи. А, не понял. Давай еще раз. Да не, есть. А, мы прицепились, да?
Да. Главное здесь не это. Не помереть. Вообще жесть. И как вот здесь одному-то ездить? Вообще никак. Вообще. Ой, я куда-то тонул. Нам главное с тобой это здесь не утонуть. Куда? Что-то не выбрался там еще. Не знаю, сейчас посмотрим. Нам надо, потому что отсюда выезжать. Здесь гаражом не пахнет. Я Вон тут там все как раз вижу, выезд. доездился. Доездился? Да. Сейчас. Вон там выезд как раз. Ой. Сейчас нам тебя цепануть как-то. А. На островок сейчас заеду. Тихо. Давай. Так вот и играем. Нажал. Все. Да. Погнали. Че Вообще не... с трудом идет. Сейчас, подожди-ка. Разгончика. Ух, ё-моё. Мы сейчас тут, по-моему, сядем. Вообще. Я уже, по-моему, поплыл. Ну же, цепляй давай колесом. Ты вообще не выезжаешь, да? Вообще. Сейчас я попробую сам. А то что-то и я не выезжаю. Полбака уже нету. Давай, болото. Ой. У тебя вообще встал намертво, да? Вообще никуда, ни вправо, ни влево. Офигеть. О, ща выйду. Выйдешь? Да, смотри, фокус. Офигеть. Опа. А, ты там А, зацепился? нет. Фу. Ты там вообще что Вовремя мутишь? отцепили. Вышел? Нет. Нет, да? Сейчас еще раз. Я вышел. По-моему. Я прям в твою жопу заезжаю. А я тут позирую, короче. Я вижу. Вот на этот островок надо как-то заехать. Ну давай же, давай. Так, а у меня лебедка дотянется до дерева? Так. Нет, пока к тебе не буду. Сейчас попробуем. Вот это мясо вообще. Зато открыли. Вообще по-дикому что-то. Чё, а ты к ветке прямо? Прям к дереву. Еще нашел. Дерево? А Да. может меня захватишь? Ты на дерево, а я на тебя. Давай попробуем. Давай. Зацепляюсь к тебе. О, ты на дерево давай. Ой, я тебя тяну нечаянно. Ты давай, тяни дерево, а я назад поеду. Не получается так. Не катит, да? Не. Ща попробуем. О, ты как-то выехал. Я за дерево. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас тебя попробую сразу взять. Давай. Соглашайся, Сейчас, соглашайся, я давай. тебя. И назад даю.
Ой-ой-ой, пошла, 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 давай. Надо выезжать отсюда, похеру, если едем как можем. Вообще. Езжай как можешь, я пытаюсь поворачивать. Давай, 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 едем, еду, еду, едем. еду. Топим, топим, что из сил. Да. Давай. Все, 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 можно отцепляться. Так, я не отцепился. Все, отцепился. Я между елками. А мы там не проедем, да? Вот не Давай, знаю. давай в обратку и по левому боку. По болоту по левому боку. Попробуем. Если выйдем вообще. Меня вообще елки не пускают. Назад даже? Да. Сейчас я тебя попробую зацепить, если... Давай. Если сам выйду. Давай. Блин, а так мы вообще нормально залетели. Так ты за елку цепляешься, что Сейчас, ли? сейчас, сейчас. Сейчас пробую как-нибудь. Сейчас. Так, я вроде... Сейчас попробуем. Блять, он сразу закапываться хочет, а? И Сейчас. опять в такой позе. Кидай мне тогда лебедку. О, выехал? Да-да, почти. Мне что-то не получается. Так, я Я, короче, уезжаю. тебе кинул. Давай. Все, давай, топи назад и погнали. Давай-давай-давай. Во-во-во-во-во. И там как можем назад топи, рули за мной. Главное не останавливаться. Да-да-да. Сейчас попробую на повышенную. На повышенную поставил. Чё, ты не идешь, что ты там? Едешь? Не-не, иду-иду, Все. переключался. Поехали, поехали. Все, поехали. Я переключился на повышенную. Давай, давай, давай. Я задком буду рулить. Да-да-да, задком рули. Главное Ты меня попасть отсюда быстрее. подталкиваешь еще, главное, я дальше ехать Да-да-да. начинаю. Во, езжай, езжай, да-да-да-да-да, назад. Я тебя пытаюсь. Давай, давай. Давай, рули в мою сторону. Еще Давай. чуть-чуть осталось из этого задницы. Вообще, болото больше ездить вообще нельзя. Вообще нельзя. Только на той машине. Ну. Едешь? Да-да-да. Я на камнях просто. Ага. Дури много. Во-во-во, все вроде. Ну все, разворачивайся. Сейчас. Так, а я пока метку поставлю. Мы вот сюда нам надо ехать. Нам надо... Так, да, нам надо туда ехать. А чё встал-то я? А чё не едет? Ну А, все. может, ты на В нажал? Нормально, да. Так, нам сейчас налево. Налево по дороге. Погнали. Погнали. А сейчас вот нам, да, вот сюда. Ну вот здесь вот эти дороги вообще кажутся легкими после болота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще застряли. Месиво. Да ё-моё, там какой-то камень. Главное, сейчас туда мне не закопаться. Видишь, тут и там камни, и там. Не знаю, проедешь, нет?
Во, проехал. Погнали. Я втопил, короче. Да-да-да. На повышенный. Ой, 14 урона, блин. На повышенный, конечно, иногда. Давай, давай. Ты едешь, да? Я не смотрю просто. Да-да-да. Сейчас тебя подожду. Ага, тут в гору какой-то подъем. Чё ты там где? Вижу. Еду, еду. Ставь повышенную, как Еле, он тебя еле. втопит. Ой, я втопил пока. Втопил? Вообще дико. Нормально. Здесь еще в гору просто. Давай, давай в гору. Вот он у тебя несется. Я-то не могу. Остановился, не ставил повышенную. Теперь ты ой-ой-ой. Заглох? Да. Тормози пробел, да. Сейчас мы уже доезжаем до второй разведки. А ты хотел на шоссейке тут поехать? Что, тебя подтянуть? Не-не, сейчас. Если что, пробел убирай. О, пошел. Погнали. Тут сейчас вообще нереальный спуск будет, осторожно. Ой-ой-ой-ой-ой, несет, осторожно, вообще, вообще меня понесло. Я урон хороший получил, 40. Тут надо на тормозах. И что-то и все здесь вообще плохо. Ой, все. Вообще. Тут как обычно. И там гора крутая. Я успел повышенную поставить. Без повышенной, наверное, не забраться здесь будет. Я забрался. Все, жду тебя, если что, поднять. Идет? Да. Все нормально. Нормально. Так, куда там? Ух ты, нам правее куда-то надо. Вот это болото вообще. Опять большой спуск. И по воде. Вообще. Что-то по воде, по-моему. Ну-ка, а если посусанить? Или я сейчас все? Толкаю. Ой, коры. Давай, давай, давай. Давай, спинтирс. Ты там не сел? Не-не-не. Блин, мы вокруг да около катаемся этой точки. Ё-моё, а. Ладно, налево пойдем сейчас, на эту большую. Чё, сел? Не-не, ну да, сел. Давай. Принимай. Я сейчас давай. Тебя еще вместе с этим, с лебедкой, букву F нажимаю, он тебя тянет. Все. Поехали. Все? Да. Поехали. А-а-а-а. Короче, эту метку убираю, потому что мы уже возле другой. Вот сюда. Там как-нибудь потом поблуждаем. А туда как попасть? Сейчас надо вообще налево уходить. В поля. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаешь, что я чую? Что здесь какое-то поле какое-то, мне кажется, болотное. Грязи все. Вон, наконец-то мы куда-то доезжаем. До какой-то деревушки. О, я вижу эту штуку. Гараж так и не можем найти, блин. Вообще никак. Сейчас откроет здесь.
Ну вообще вот так вот нормально ездить духу. Так, F1. Ясно. Ну, в общем, следующие поиски гаража мы запишем в следующей серии. Всем пока. Пока.